Свой творческий путь Чарльз Диккенс начинал в качестве репортера. Его статьи в газетах пользовались неизменным успехом у читателей благодаря иронии и живости изложения. Когда в 1836 году вышли посмертные записки Пиквикского клуба, на автора обрушился головокружительный успех. Популярность Диккенса была настолько велика, что ему неоднократно предлагали баллотироваться в парламент. Каждый его роман ждали с нетерпением. «Приключения Оливера Твиста», «Домби и сын», «Дэвид Копперфилд» и «Крошка Дорит» сделали писателя классиком английской литературы. А рождественские повести даже спустя 100 с лишним лет остаются одной из самых читаемых книг во всем мире. Именно о ней нам расскажет победительница конкурса юных журналистов «Росатом Скул» Анна Храмова. У каждого из нас бывают такие моменты в жизни, когда вроде бы скоро Новый год, Рождество, совершенно нет настроения. Мешает работа, школа, учеба и какие-то возникшие проблемы к концу года. Лично мне с такими моментами помогает справляться рассказ замечательного английского писателя Чарльза Диккенса, а конкретно его рождественские повести. Одним из самых любимых является «Рождественская песнь в прозе». Главный герой, который Эбенезер Скрудж, скряга, старый обманщик, совершенно не хочет верить в волшебство рождественской ночи и не понимает, почему его родные и близкие так радуются приближающему празднику. Для него главной ценностью являются не родные и близкие, а деньги, поэтому он очень неохотно отпускает своего работника с места, чтобы он успел на праздник своей семье, и отказывается в приглашении на рождественский ужин своего родственника. В рождественскую ночь, когда он уходит с работы, ему навстречу попадается дух его умершего знакомого Джейкоба Марли, который, так же как и он, был скрягой и обманщиком и совершенно не хотел верить в волшебство Рождества. Он предупреждает его о том, что в течение 3 ночей к нему будут приходить духи, которые покажут ему прошлое, настоящее и будущее его жизни и помогут избежать ошибок, которые также допустил в своей жизни Джейкоб Марли. Все это помогает не только главному герою, но и читателю понять, насколько важно верить в волшебство рождественской ночи, быть благодарными и любить своих близких. Наверное, самым запоминающим моментом в этой книге стало именно преображение главного героя, потому что очень часто люди действительно недооценивают то, что они имеют, и это мешает им как-то правильно оценивать окружающую их действительность. И то, что человек может понять свои ошибки, может стать более чувствительным, более понимающим. Также, наверное, стоит упомянуть, что Чарльз Диккенс считается таким основоположником журналистики, и именно его слог помог мне как-то попробовать себя в этом деле и стать более уверенной в журналистике, что недавно помогло мне выступить успешно на конкурсе «Росатом Скул». Несмотря на то, что книга написана в 19 веке, то есть довольно-таки, скажем так, давно уже от нашего, 21 века, все равно она показывает те же самые действительности и проблемы, которые окружают нас. И это, наверное, доказывает еще раз бессмертность классики, от того, что Чарльз Диккенс является действительно великим писателем, который понимал и понимает не только предстоящее ему время, которое окружает его, но и какие-то вечные вопросы. Они направились к двери в глубине прихожей. Дух впереди, Скрудж за ним. Она распахнулась, как только они приблизились к ней, и их глазам предстала длинная комната с уныло-голыми стенами, казавшаяся еще более унылой от того, что в ней рядами стояли простые, некрашенные парты. За одной из этих парт они увидели одинокую фигуру мальчика, читавшего книгу при скудном огоньке камина. И Скрудж тоже присел за парту и заплакал, узнав в этом бедном, всеми забытом ребенке самого себя, каким он был когда-то. Все здесь – писк и возня мышей за деревянными панелями, и заносившийся откуда-то из недр дома эхо, и звук капели из истаившего желоба на сумрачном дворе, и вздохи ветра в безличных сучьях одинокого тополя, и скрип двери пустого амбара, раскачивающийся на ржавых петлях, и потрескивание дров в камине – все находило отклик в смягчившемся сердце Скруджа и давало выход слезам. Дух тронул его за плечо и указал на его двойника, погруженного в чтение ребенка. Чарльз Диккенс, «Рождественские повести». Рекомендую. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех с Новым годом и Рождеством и пожелать, чтобы волшебство рождественской новогодней ночи окружало вас и ваших близких своим теплом в течение всего 2019 года. И помните, что несмотря на все проблемы, которые вас встречают, рядом с вами всегда будут ваши родные и близкие, которые ценят вас и любят.